зашли в подъезд после пьянки пятницы. Здесь видим ее мобиль наш, автомобиль. Давай расскажем об этой технике. На 21-х колесах. Давай покажем наш автомобиль, который приехал с Японии. Вот совсем только недавно, короче. Давай, рассказывай, показывай. Во-первых, сложно не заметить, кожаное сиденье. Вот, как звонок. У коня, да? Нихуя себе. Ну-ка, колеса на сколько? Колеса 29 у нас. 29-е колеса, да? Синяя. А спицы? Спицы фирма. Фирма надо, да? Фирма надо. Новая покраска, ни разу не ржавеет. Ну-ка. Видите, ржавчина ноль. Ржавчины нет. Противоугонная система самого нового поколения. Ну, видно, к колесу прикреплено. Ну, сразу видно, как бы не угонишь ни разу. Да, не угонишь. Ну-ка. Как бы, чтобы тебе капельки не попадали на спину, у тебя вот что это такая вот штука? Да, подкрылка называется. Подкрылка, наверное. Подкрылка велосипедиста, да? Новое введение, это у нас... Светоотражатель. Чтобы тебя замечали другие участники движения. И самый главный плюс нашего велосипеда – это то, что мы можем сидеть здесь не одни, а можем посадить сюда своего товарища или девушку на задний бампер. Сиденье. Руль как бы не прямой, у нас все новое. И задом руль. А можно третьего сюда посадить, наверное? При большом желании можно втроем засесть. Четвертого посадить на раму. Да? Все хорошо, да. Рама у нас. Скажите, пожалуйста, велосипед в обслуживании находится или нет? В обслуживании, да. На нем ездить можно? Да, есть гарантия, мы обслуживаем в сервисе его. Сервис называется Кама Плюс. Кама Плюс? Кама Плюс, да. Цепь никогда в жизни не спадает здесь, потому что здесь... Нету нихуя цепи. Есть цепь? Не, есть. А ну-ка, она смазана вообще, нет? Смазана. Вот это видно, глина ее смазывали, да? Да. Педали у нас тоже новая технология, они умеют не только вот так вращаться, но и вот так. Да. Ну-ка, покажите колеса. Если выбирать максимальную комплектацию нашего велосипеда, то вот такой вот бардачок. Бардачок. Кожаная. Коричневая кожа. И ключи тоже идут в подарок. Подарок. А ключи на сколько идут там? Ключи все. Ключи всех направлений, можем сказать, вот у нас как бы... А вот этот ключ, 47. Семейник вот этот ключ называется вроде да, как. Да, семейник, конечно, да. У нас все есть. Семейная поездка у нас... Семейная, конечно, да, поездка? Да, можно в путешествие отправляться смело. Смело, да, можно? Ну, вот так вот. Да. А колеса, я самое главное не увидел колеса, сколько у него давление в колесе, хорошо. Покажите, пожалуйста. Чтобы обеспечить проходимость, да. Мы спустили давление в шинах на минимум, и теперь мы нигде не застрянем, нигде его не продуем, все хорошо. Видите? Ага, минимальное давление нам обеспечивает максимальную проходимость. Максимальная проходимость, да, будет? Хорошо, да. Да, все понятно. А колчак, почему туда колчак не вставляем? Колчак хуйня. Хуйня? А шинево заебись, да? Сука. Не, давайте вы сядете хоть на велосипед. Нет, извините, пожалуйста, мы не имеем права, потому что это... Новая модель, да? Во-первых, новая модель, во-вторых, мы уже продали, и мы не садимся на... велосипеды, которые мы продали уже нашему покупателю. Ну вы же наш покупатель. Да, я продаю. Вы же наш продавец. Не, братан, сядь, пожалуйста. Ладно, все, всем до свидания.